Тихо, слушаем. У вас есть трансляция? Да. Сейчас будет разъеб, тихо. Такой же делал. А, код уже скинули. Вы обрадовались к смерти деда, который регулярно пытался продать вашу бабушку для секса с бомжами за бутылку водки? Фак, нахуй, ебать, вот это пиздец. Ух ты. Да? Да. Да? Это... правда. Блядь, ХЦ разъёб. Ты, блядь. Не ебать, Что? Черный экран смешной. Ломака, не черный экран, а темный экран. Нет, черный, не знаю, как у тебя там. А у меня будет. Это когда? Ой, блядь, не знаю зачем, но я хочу научить. Ой, блядь, не знаю жизни. Кого? Ой, блядь, не знаю зачем, но я хочу научиться снимать футболку, как пацаны. Так, как мы. Ой, блядь! Сука. Хуйня кринжовая, блядь, какая-то. Иди нахуй, блядь, подождите нахуй. Я тебя сейчас подожду, хуй сосу на МТСе, блядь. Он? Как называется он? Car Sleeper или как там ты говорил? Это конкретный слипер. За хуйню я вытащил, блядь. Владимир процитировал своего акушера и продолжил рыбалку. Фу, хорошо, там ребенок коровью сиську сосет, а не человечью. Блять, что за пиздец? Definitely has a backup camera. Yeah. I could have sworn I moved this. And then we just put it right back. Don't let her grab it. That is so funny, bro. Это забавный пиздец. She loves it. Я, короче, сегодня попался в этот... Ломак, слышишь, мне ТикТок попался, где женщина такая сидит, понял? В прозрачном, блядь, такая, типа... Ну, знаете, вот у девочек есть такая хуйня сетчатая, блядь, сидит в лифане, на лавочке что-то кушает, и сзади мужик такой табличку, блядь, ей над головой поднял, и там написано, ну, типа, ее мысли. И там на мыслях написано, бля, интересно... Видно ли мой лифчик, блядь, типа? И люди проходят и ржут. И, блядь, я сам поржал в комментариях. Очень не смешно. Девушку жалко. Все смеются над девушку ней. Девушку жалко. Очень не смешно. Это же стресс на всю жизнь. Типа, я просто беру и спрашиваю. Я просто беру и спрашиваю. Если ты надела прозрачную одежду, зачем ты вообще ее надела? Почему бы просто в лифчике не выйти, и никто не будет тебя стебать? Все просто нахуй в этом мире, блядь. Можно вообще без него, и тоже никто стебать не будет. Она такая, слышь, лицо поворачивает, смотрит это, и такая дальше хавает, блядь. Я ебу, там, ну я не знаю, такое ощущение, что у людей юмор нахуй вообще куда-то пропал. Все такие дохуя толерантные, все такие дохуя серьезные, блядь. Вы вообще посмеяться хоть когда-то можете, блядь, с человека, я не знаю. Вы посмеетесь, с вас потом посмеются, блядь. Ну типа... Хули, блядь, вы такие душные, блядь, все, я не понимаю. Это не юмор, блядь. А где, что такое, блядь, юмор? Это абстрактно все.
Для тебя это смешно, для меня это не смешно, понимаешь, в чем прикол? Нельзя, блядь, загонять людей под разные стандарты, блядь, юмора. Если тебе не смешно, иди нахуй не смейся, блядь. Мне смешно, я посмеялся. Пич, иди нахуй. Мне смешно, например, говорить слово на букву П. Это не является буллингом. Это просто рофл. А буллинг это когда ты чмо, блядь. Вы путаете, блядь, вообще разные понимания слов. Что такое буллинг, блядь? Что такое... Блядь, многие в школе булили, блядь. Это вообще далеко не рофл. Это пиздец как отличается. Не, мы с Ломакой друг друга булим, нам весело даже с буллинга. Ну это так и такое тоже бывает, то есть да. А у меня весело был в школе, тоже, блядь, вот типа девчонка, которая просто на всех бегала, орала, блядь, и все ее чмырили, блядь. Вот это буллинг. Нормально. Бублинг. А рофл это рофл. Так. Заебали, короче, проще реагируйте, пожалуйста, просьба. Вот и все. Проще надо быть. Уже, блядь, начинают вот это вот пихать, блядь, туда, где даже этого нету, понимаешь, никакого контекста, блядь. Я же говорю, в этом мире, блядь, скоро пернуть, блядь, нельзя будет, понимаешь, кто-нибудь оскорбится, блядь. Это у меня уже выводит, на самом деле, потихонечку. Деревья оскорбились, сука ты ебаная. Я, блядь, видел еще видос, где веганка, блядь, к типу доебалась за то, что он мясо ест. Ты вообще ебанутый, нахуй. Ну не ешь, нахуй, мясо, чё ты до меня доебалась, например. Вот, ну как бы... Типа, она типа обзывала, что он кровь, блядь, на его руках, блядь. Какую-то полную хуйню. Я читаю, я слушаю, я думаю, блядь, ты вообще ебанутый, иди полечись, может, где-нибудь. Более того, если бы ко мне такая подошла, я бы пошел, взял бы еще нахуй мясо, блядь, куриного какого-нибудь, начал бы жрать и сказал бы вот так в лицо нахуй. А я, блядь, специально сейчас еще одно съел, чтобы из-за того, что ты не ешь, это ни на что бы не повлияло, блядь. А? Животных жалко. Мне не жалко, блядь. Животные вкусные. Идите нахуй. Все. Я, блядь, мясоед. Мне похуй. Я люблю мясо. Мясо это заебись. Мясо это здоровье. Я нахуй животное, я жру мясо. Я типа по природе хищник, но не конкретно я, блядь. А люди в целом, понимаете? Я должен жрать мясо, нахуй. Чтобы быть сильным, энергия у меня была. Если я буду жрать травку, блядь, ну, в моем понимании, я не навязываю. Если вам нравится жрать травку, типа, кушайте травку, типа, не ебите мне мозг, нахуй, что мне есть, блядь. И не будет вопросов. Я же не говорю, что надо есть, а что не надо тебе, блядь. Пойду, блядь. Травку вроде, курят. Въебу, блядь, вкусный биг тейсти, блядь, наггетсами, сырным соусом. Сосисочки, сосисочка в тесте, бля, хот-дог, заправочки, прям, разъебчик, ребята, с огурчиком вот это прям. Да, хорошо, да. А ты кушай травку, и все, и отъебись. Не ожидал от Сережи, что он покрыл поклонник лозы, блядь. Я база, нахуй! Тихо, все, цвет. Ну все, и шибко. 3, 2, 1, хоп. Курва, мать, я блядь! Я звоню! Ой, блядь. Вы испытывали свой анус на прочность, запихивая туда поглубже различные предметы? Да что ж, с чего мы начали вообще? Да, мы подписаны. Так это охуенный чел, у него приколы, блядь, все время, нахуй, про Геншин. Нужно такое яйцо, которое в анал поместится, ну хорошенькое, вот такое. Вот такое возможно использовать, как думаете? Что, серьезно? Я серьезно. Думал, не такой бы подошел. Ну я бы этот не советовал. Почему не советовал? Ну он там щербинку имеет. Будет неприятно, да? Ну да. Котенка, если как думаете. Но он короткий получится. Будет неприятно. Коротковатый, да. Я бы и бусы засунул на самом деле, но такие объемные. Дайте я уже пытаюсь что-то сообразить. Кристальчики. Думаете, если смазать, то подойдет? Да. Представляете? Меня привлекает просто вот это все. Меня тоже привлекает. Блять, меня привлекает вот это все, блядь. Хай, да, бля! Замечательных людей. Здравствуйте, один билетик на автобус. Спасибо. Это мы видели, да? Блядь. Ну это просто. Не делай мне.
How many genders are there? Watch me. Hello, how can I get to sea? Море. Прямо. Идете прямо. Идете, говорю, прямо. Нихуя. Блять. Оцените, как выглядят мои столики в полной темноте. Я думаю, они создадут уют в любой квартире. Хочешь такой же? Пиши мне. Нет. Блин, мне что-то жопу хочется нюхать. Который тренирует своего какого-то там клиента. Соответственно, допустим, это мужчина. И я очень часто вижу между ними сексуальную энергию, потому что один потеет, второй стоит своими яйцами сверху над ним. И они как бы вроде бы как мужественные. Один качок вот такой, который тренер, второй к нему приходит с пузиком и тоже хочет стать таким же, как его тренер. И вроде бы... Бля, она такую хуету иногда городит, блядь. Но она ёбнутая. Тренер, который... Бля, ну... Вот такая... Хорошо. Вообще это корка? Ну, написано, сад курса. В каком-то интервью читал, что вам 20... Вот, тихо. Вот этот чел просто разъебный нахуй. 25 лет. В другом интервью, что 27. Зачем обманывать? Так может, это разных лет интервью? Так в каком вы говорили правду? Так он понял, он иногда кринжуху ебаную спрашивает, но делает это с таким ебалом серьезным. Не, нормально. Мы интервьюеры, как вы знаете, очень любим копаться в грязном белье. Вы принесли? Я не фанат ваших фильмов, но не могу не выразить респект за фильм «Защитники». Я там не снималась. Респект. Во время пандемии у вас много съемок слетало. Ну да. А вам не обидно, что даже съемки слетали, а вы никуда не слетали? Не хотите наверстать упущенное с помощью сервиса для покупки дешевых авиабилетов? Для фильма «Я хуею» вы набрали 20 килограмм. Чего? Для фильма «Я хуею» вы набрали 20 килограмм. Я худею. Сейчас вы худеете, тогда для фильма «Я хуею» вы набрали 20 килограмм. Не «Я хуею», а «Я Нет, худею». Нет, Саш, ты сейчас реально хуею. Потому что заставил меня три раза повторить это матное название для наших дорогих телезрителей. Оригинал лучше. В каком-то интервью... Ну, оригинал «Между двумя папоротниками», там охуенный момент есть, когда Брэд Питт ему въебал жевачку. Да-да-да-да. Next question, блядь. Не, оригинал вообще пиздец неподражаемый, нахуй. Бля, давайте откроем комментарии, там наверняка будет, блин, жалко. Не, нету душных. Все, ну охуеть. Ебу лайк. А как оригинал называется? Дайте я гляну. Ну не оригинал, нет. Вот конкретно его, конкретно его. Сейчас.